Иное измерение русской культуры. Яков Петрович Полонский. Хандра. На старый он диван ничком ложился, протянувши ноги, и говорил, дыша с трудом, такие монологи. Какая жизнь, о, Боже мой! Какие страшные пигмеи! Добро б глупцы, добро б злодеи! Неотразимую враждой меня терзали. Нет, с глупцами я б тратить слов не стал, с врагами я б вышел на открытый бой. Кто бескорыстно правде служит, кто за себя стоит, не тужит. Но как бороться с пустотой? Полуслепой, полуглухой, которая мутит и кружит. Бороться рад бы, силы нет. Под бременем бесплодных лет изныл мой дух. Увяла радость, и весь я стал не то, не сё. И жизнь подчас такая гадость, что не глядел бы на нее. Я только вздор один предвижу. Какая-то галиматья выходит из того, что я вседневно слышу или вижу. Не только некого любить, мне даже некого сердить. Мне даже глупо ненавидеть. Я точно личность без лица. Такого даже нет глупца, кто б захотел меня обидеть. Я вечно ною от заноз, а разом вспыхнуть не умею. Когда я плачу, стыдно слез. Когда смеюсь, за смех краснею. Какая жизнь, какой хаос! Около 1855 года. Напечатано в полном собрании стихотворений Якова Петровича Полонского в 5 томах. Том 1. Санкт-Петербург. Издание Маркса. 1896 год. Читал Евгений Бразов-Брюшковский.